Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вот сегодня я хочу показать вам. Наш ремонт почти завершен. Осталось только некоторые мелочи Жене доделать. Плинтуса, дверь еще вставить. И, в общем-то, почти уже все готово. Я вам покажу, как было до и потом, как стало сейчас. У нас в эти выходные Пасха. Вот такой зайчик у нас. Вот так выглядит сейчас наша кухня. Вот я говорила, еще много мелочи надо Жене сделать. Вот там наверху будет идти вот такой плинтус белый. На камеру не видно. Я сейчас попробую включить свет. Здесь все такое, знаете, вот с таким как бы рисунком. На камеру оно почему-то не передается. Вот так вот. Очень-очень мне нравится. Так, вот я говорила еще, надо Жене плинтуса сделать, будет делать. Потом мы еще дверь поменяем. У нас будет белая дверь. Там наверху еще плинтуса. Ну, это все такое мелочь, конечно. Мелочь, но занимает много времени. Здесь тоже внизу. Так, пойдем дальше. Ну, кухня мне очень нравится. Так. Вот так выглядит у нас наш уголок, где мы кушаем. Скоро Пасха на эти выходные. Но бабушка в этом году вот так скромненько. Не стала я ничего закупать, яички. Раньше я так много красила и с внуками, и с детьми. А в этом году дочь она красила с внучатками дома много. Но я не стала. Вот так скромненько у нас. Так. Вот, в прошлом видео я показывала, мы ездили, смотрели мебель. Нам надо... Под телевизор комод или тумбочка. Не знаю, стенку я не хочу, но все-таки присматриваю, может, еще какую-нибудь витрину. Так, вот так это выглядит. Вот так сдалека.
Так. Все аккуратненько. Женя все делал сам, делает красиво, аккуратно. Вот так это выглядит с этой стороны. Тут наша Зузя кушает. Пошла. Так вот. Сейчас пойдем в зал. У нас все вместе. Кухня, уголок, где мы кушаем, и зал. Вот так выглядит зал. Принесла свою драцену сюда. Решила в этот раз полностью окно закрыть. Уже давно я не делала. Тюль я пошила сама. Купили метражом, и я пошила. Шторы были готовы. Вот такой зал у нас. Конечно, еще хотим красивые картины. Ну, чтобы купить, надо, чтобы понравилось. Пока еще мы не нашли такое. Это, как говорится, уже декорировать все, обставлять, это уже потом. Главное, что ремонт подходит к концу. И это главное, потому что долго длилось. Ну вот, решила вам показать, как сейчас на данный момент все выглядит. Там я была. И вот еще с этой стороны покажу. Вот так это выглядит. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что поддерживали, когда делали ремонт. Я снимала только начало, когда мы кухню только, Женя сбивал плитку, все там проводку проводил. Иногда так показывала моментами. Всего вам самого хорошего. До свидания. Сейчас покажу Зузю. Вот она сидит, красавица.